Мы готовы бороться за победу. Город ее заслуживает. Здесь прошла Олимпиада, а каждый год собирается инвестфорум. Очередной, кстати, уже 29 сентября. А главное, это любимый курорт россиян. Выиграем, и каждый сможет носить свой Сочи в кармане. Голосуйте. Напомню, инициатором голосования стал Центробанк России. Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей планируют выпустить в обращение уже в 2017 году. В заключительный этап конкурса вышли стадион «Фишт» и горный комплекс «Роза Хутор». Кандидатуру Сочи поддерживали министр финансов Антон Силуанов, замправительства Дмитрий Казак и олимпийские чемпионы Елена Веснина, Аделина Сотникова, Виктор Ан. Проголосовать за олимпийские объекты можно на сайте твоярассия.рф. Голосование проходит до 7 октября. В этот же день объявят победителей, которые будут изображены на новых банкнотах.